Сладость. Анечка, это вам. Я тебя благодарю, сладость. За все. Тебе знания. Понравилось? Безумно. Я счастлива. Это очень здорово. Люблю. Очень ценен. 100% я получила гораздо больше, чем я ожидала получить. Mm-hmm. Гораздо больше. Просто вот космос. Прямо космос, то, что я получила. Гораздо больше. Ценен каждый миг. Каждый мгновение. Я не могу выделить ни один из дней. Mm-hmm. Ценю все. Каждый из них по отдельности. Mm-hmm. Как пазлики. Они все сложились в одну красивую картину. Я убедилась в том, что мое внутреннее чувствование, оно и проявилось здесь. Mm-hmm. Значит, я на верном пути. Mm-hmm. Однозначно. На том месте, на котором я должна быть. Mm-hmm. Я счастлива. Все прекрасно. Благодарю вас. Ценно вам в том плане, что я совершенно не понимала. Я понимала, что я хочу в идеале, вот по своим ощущениям, да. Какой я себе вижу. Угу. Но я не понимала, как можно абстрагироваться от всего и вот своим ощущениям и желаниям сказать «да». Угу. Я просто настолько закрылась в кокон. Угу. Теперь я из этого кокона себя вытащила. Mm-hmm. Осознание. Что сама себя загнала в это тем, что именно не позволяла проявлять себя. Просто через... увидела причинно-следственную связь. Да. Угу. Я теперь поняла, что мне просто нужно озвучивать все, что я чувствую, все, что я хочу. И в этом состоянии, вот как чтобы от избытка, понимаете? Источник, он... Во мне постоянно перекрывался. Но получилось его открыть? Вот я ощутила несколько раз, что я вот могу, что могу это делать. Прям очень ценно для меня, я очень рада, много так. опытов было, которые для меня впервые. Вот, поэтому я очень рада всем своим открытиям. Ирис, ощущение, да, своей тантричности, что происходит, что меняется, вот в обычной повседневной жизни? В жизни тоже, вот, например, я вчера как вышла, ну, вышла отсюда, включила телефон, у меня там миллион сообщений всяких разных по работе, и у меня сначала начала подниматься волна такого, как гнева, негодования. Что от меня хотят люди. Да. Я начала прям дышать, продыхивать, и через какое-то время буквально вот сразу же пришли там сообщения, тут же все, мы все разрешили. Все хорошо. Все хорошо, да. Это, кстати, тот момент, что такое? Оказывается, я могу просто... пребывать в тантре, и оно все вот так происходит, как-то да. не верю. И сейчас я тоже там, ну вот прям стараюсь тоже, да, на всех людей смотреть, как, ну, через призму, что это душа, то есть, и не, ну, вот без каких-то оценок, и вот без всего, без раздражительности, да, когда даже там они что-то казалось бы там... Прям. И я еще заметила, когда я, например, сама в таком спокойном состоянии, то есть я прям так спокойно говорю, и сам человек тоже, он становится, прям успокаивается. То есть если даже он сначала, да, вот такой вот,
Вот, и после разговора он прям так успокаивается, mm-hmm. и все уже так. Теперь вы можете наверняка сказать о том, что наша энергия, наше состояние напрямую оказывает работу и влияние на пространство и на тех людей, кто в это пространство входит. Да, это вообще прям, я даже прям у меня сразу же это происходит. То есть если во мне какая-то раздражительность, и то и все, и я смотрю, уже там другой человек тоже начинает там. И это вообще прям очень хорошо отслеживается там. Кровь запущен был. Да, и прям с жадностью опять же. Класс. Ну и с жадностью я с хорошим, да. И принимала это тоже. Круто. Второй день, когда были слезы, вот это она внутри, в сердце. Да. Я сейчас не ощущаю. Сейчас голос тотально другой, тотально. У меня все движения, они опережали ваш голос. Да. Все опережало. Да, чувствительность даже повысилась. Да, я все как бы делала заранее, до того, как я озвучу. До озвучки. Класс. Коком я начала. Как речь совершенно по-другому льется. Вы это видите? Да. Да. Смогу я в таком состоянии, вот, ну вам хорошо. Да, мне все хорошо. Счастливо. Я счастлива. Счастлива. Я прям чувствовала, как у меня через слезы, выходили вот эти блоки, у меня была боль в тазу, то есть я прям сначала начала себя жалеть. Потом я начала себя продыхивать, через таз, продышала, потом у меня пошли слезы, и, в общем, потом мне стало легче. Такое прям, состояние. И потом вот эта вот вибрация, и по окончанию тоже у меня такая вибрация, внутренняя какая-то. И даже я в ладошках ощутила такое, как покалывание. Такие ощущения. Тоже? Ладошки активизированы. Несколько раз не могу уже. Не могу просто. А потом хоп, резерв. А потом как-то через слезы. Да. Немножко-то могу. Немножко-то могу. А силы-то есть. И проглазилась, и просто какое-то более светлое какое-то пространство. Мне так хорошо было вообще. Но я это видела, поэтому сейчас... я вас практически не трогала. Да, я вот даже сейчас вот сижу, и как бы мне так хочется... вот это состояние, как бы вот его сохранить. Я вчера дома! Нет, я вчера дома не кричала. Практика помогла? Помогла. Слава тебе, Господи! Какая-то тяжесть просто постоянная. Мне даже в конце недели то уже она прям болела. А вот в течение этой недели у меня вообще полностью она прям как будто бы обновилась, отключилась. И вот, как бы ушла эта тяжесть вся. И сегодня я прям вообще уже летала, там прям в таком расслабленном состоянии. Я в море. Как вы, как ваше нутро? Я понимаю, что это моё любимое состояние. Как ваш горловой центр? Горловой центр? Я ощущала, что я тогда, когда хочу сказать, я себе не всегда позволяла. Да.
боялась. Да. Боялась быть непонятой. Боялась сказать как-то не так, чтобы правильно понять. А вдруг обижу? Да, теперь я дышала и позволяла себе говорить то, что чувствую, потому что это же мои ощущения. Конечно. Почему я должна чувствовать так, как кто-то? Да. Я чувствую так, как чувствую я. Да. Я себя благодарила за то, что я именно так чувствую. Да. И разрешала говорить без стеснения теперь. Проявиться. Проявиться. Говорить. Да. Петь. Да. Она сейчас как пёрышко. Она вообще. Это тот случай, когда хочется зацеловать её. И вспоминаешь её вчера. Это как две разные состояния. Человек один. Вибрация. Это вот тот показатель, когда мы можем сами, сами брать и менять, сами брать и являться волшебниками. Вот теперь сами брать. Столько тепла поплыло. Пошло вниз энергия. Вот оно спустилось. Вот. Животика, вот. Как солнце так все светилось, я представляла, что я одна где-то в горах просто сижу на самой высокой горе и вот. И прям вся свечусь. А потом, когда мы начали танцевать, я думала, наконец-то. Это само просилось. Это естество. Естество наше. Нужные какие-то мысли, ненужные. Что ты можешь отделить. Что такое, вот прям ты как хочешь. Мне кажется, я заметная стала. То есть в плане, что я сняла, вот я прям видела на себе табличку, что я вот вроде бы есть, но да, меня как но бы меня нет. А сейчас ее, ну как будто бы ее вообще не стало, я ее не вижу. Но на физике, в реальной жизни это имеет место подтверждению. Ну то есть, да. Все равно много нас и да, все усиливаются. Да. И как бы я вышла вчера и пришла в другое там кафе и как бы как будто было такое чувство, что все как будто бы специально сговорились, кто-то попросил, чтобы и ко мне опять официант уже не одну конфетку, а две конфетки. А две конфетки. Да. То есть такие вот моменты, и как бы раньше бы я тоже, наверное, подумала, что такого не может быть, что-то типа для меня, как бы мне, как бы у меня сразу же внутри вот так вот. Ну да, что какое-то внимание, ну, да? Да. А вот вчера я прям, как бы вот с благодарностью, да, и не было такого, что типа я тут такая пришла, как вот раньше тоже у меня было, что мне все должны. Да. А тут как бы я просто это принимаю. Да, с благодарностью в сердце. Анечка, как вы? Я люблю. Я говорила, что я пришла на ретрит с одним вопросом. Я не то чтобы на 1000% получила ответ на него, я как бы убедилась. Но я поняла, что это прям это как мое предназначение. Это не то, чтобы просто как вот хобби какое-то, в этом я есть. То есть и мне это нужно проявлять. Как я тоже вам уже сказала, что какой у нас вообще круг из девочек собрался. То есть я в каждой из девочек увидела где-то себя до, где-то какие-то вообще моменты из каждой девочки увидела себя. Я вас тоже благодарю. Ну и, наверное, самое такое тоже осознание, что все вообще ерунда. Есть только вот я, есть мое внутреннее состояние, и
внутренние чувства. Да. То есть вот любым прикосновением вообще вот любого. И вот эта чувствительность, она во мне еще больше как бы стала чувствовать, раскрылась. Самое важное, это прям я не каждый день мы можем видеть, какой путь мы проделали, да. А тут вот за эту неделю я увидела вообще прям такой рост, такую трансформацию в себе, сколько вот там лет прошло. И то есть у меня было такое, что я там раз в месяц какие-то такие вот, ну вот выписываю каждый день, у меня есть дни, где я пишу, да, допустим, как прошел мой день. И не каждый день я это читаю, и не каждый день я там могу проанализировать, что происходило. А сейчас я прям это вот прям прочувствовала. Ну прям как книгу прочитала, да. И увидела от начала до конца. Да. Благодарю, моя хорошая.